Для Татьяны Борисовны Баталовой средняя школа номер 11 – это второй дом. Еще в далеком 1987 году она стала свидетелем и непосредственным участником строительства учебного заведения, которое за 30 лет стало родным. Впрочем, как и дети, которых она обучила. Каждый день в школе – это необычный день, потому что школа – это моя жизнь. И дети бывают всякие, самые разные. От них можно ожидать все, что вы хотите. Даже они могут настолько перевернуть события в том или ином произведении, еще так доказывать тебе упорно, что вот я прав. Ну, естественно, мы смеемся. Уроки русского языка и литературы такие же добрые и интересные, как и сам преподаватель. Сейчас идет подготовка к единому государственному экзамену. Старшеклассники уверены, с таким педагогом им не страшны никакие экзамены. Ведь во всех предыдущих выпусках более 60% учеников имели в аттестате самый высокий балл. Мне очень нравятся уроки Баталовой Татьяны Борисовны, на них мы получаем много очень полезной информации, хорошо готовят к предмету, все сдают русский язык, проводят бесплатные консультации, очень важная тема, после уроков в неучебное время. Моя мама у нее училась, я у нее учусь, мне очень нравится. Татьяна Борисовна, она каждого человека видит. Она лично знает его. И даже иногда мы оставались на беседы, разговаривали. То есть она действительно понимает каждого ученика, их проблемы воспринимает, и поэтому возникает это взаимопонимание. То есть она видит человека, видит его личность, видит его сущность. В чем это огромнейший плюс. Кроме преподавания в школе, Татьяна Борисовна широко ведет и внеклассную работу. Воспитывает и учащихся любовь к малой родине, организует совместные походы по местам боевой славы Анапы, изучает историю и культуру Кубани. Как у педагога с многолетним стажем, у нее есть особые требования к школьникам. Во-первых, ко мне в кабинет должен войти ученик, а у нас учебный процесс, а не развлекательный. Это во-первых. Во-вторых, требует ребят форму. Я должна быть сама постоянно в форме. Неважно, болит у меня голова, высокое у меня давление или нет. Я должна, переступив порог школы, улыбаться. И должна всем сказать «добрый день». Сейчас Татьяна Борисовна успешно продолжает учительскую карьеру и делится с ребятами тем багажом знаний, который накопился за 30 лет. Но в душе с нетерпением ждет лето. Ведь, как она сама признается, летом приезжают 10 самых любимых учеников. И это ее внуки.